Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Добро пожаловать в Беларусь еще раз. Сегодня особенный день. Не только потому, что мы с вами встретились снова спустя 3 года. Вот это мы с вами когда-то. Вы не изменились, а я, конечно, подсдал. Нет, вы тоже не изменились. Просто спасибо большое. В тот день мы с вами виделись, и меня чуть не уволили за то, что я такая была наглая и пошла фоткаться. И мы вновь вместе. Спасибо. Чтобы не уволили опять. Это да. Вас сегодня назначают специальным посланником UNAIDS во вторых европейских играх. Что это значит для вас? Совсем недавно познакомились с движением ВИЧ-инфекция, проводил мастер-классы для детишек, которые, к сожалению, с этой инфекцией. И вы знаете, когда ты видишь искорку в глазах, когда ты видишь, как искренне радуются те детишки, у которых что-то начинает получаться, и ты понимаешь, что не должно быть какого-то негативного отношения именно к тем людям, которые ВИЧ-инфицированы. Нельзя отрывать от общества таких людей, таких детей, таких взрослых, потому что они тоже люди, и к ним нужно относиться по-человечески. Здесь европейские игры, которые пройдут летом в Минске, это очень хорошая площадка для очень многих спортсменов, которые уже достигли определенных успехов, как раз высказываются на очень серьезные проблемы. Поэтому именно и стал этим таким посланником, амбассадором как игр, так и, собственно, направления UNAIDS, которые занимаются ВИЧ-инфицированными детьми. Мы рады работать с известными спортсменами, которые сами своей жизнью не только привлекают внимание к тому, что если ты хочешь что-то сделать, ты сможешь, но тоже привлекают внимание к вопросам, которыми занимается Организация Объединенных Наций. Спорт – это жизнь, спорт – это позитив, это хорошая энергия. На пресс-конференции представители UNAIDS и Алексей Ягудин подписали новую информационную стратегию по ВИЧ-инфекции и назначили спортсмена звездным послом вторых европейских игр 2019 года, которые, кстати, стартуют в Минске уже 21 июня.